Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на нашем канале. С вами, как всегда, Александр Сударев. И сегодня мы находимся на строительной площадке вместе с замом генерального директора «Совалмаш» по развитию Артуром Анатольевичем. Я надеюсь, что качество звука вас будет удовлетворять. Мы приняли все необходимые меры, потому что дует очень сильный ветер, но посмотрим, что получится. Артур Анатольевич, расскажите, зачем сегодня здесь мы с вами собрались? Ну, как вы видите, на заднем плане привезли металлоконструкции, идет разгрузка машин. Температура воздуха повысилась. У нас было, вы знаете, минус 15. Сейчас уже продолжаются работы. Также вы здесь видите то, что идет изготовление опалубки. В последующем в эту опалубку будет заливаться бетон под фундамент. Ну, собственно говоря, вот работы начались по строительству. Так что все хорошо. Ну, а видеоролик обещает быть насыщенным, но весьма кратким. Сегодня вы увидите экскурсию по строительному городку, а также интервью с руководителем стройки. Приятного просмотра. Это наша переговорная комната. И проводится еженедельное совещание с заказчиком, с техническим заказчиком, генеральным проектировщиком. Ну и, естественно, ежедневные совещания с прорабами, с субподрядчиками. Ну и так далее. Это наш вход в офисное помещение, секретарь проекта. А все, что направо, это помещение производителей работ. Пойдемте дальше. Бытовая комната, чай, кофе, холодильник. Руководитель по инженерным системам, он сейчас у нас на больничном листе, Макаров Николай. Производитель работ Иван Кочемиров. Комната резервная для хранения всевозможного инструмента, измерительного и так далее. Мое помещение. Вот. Здесь у нас на время приезда генеральный директор и заместитель генерального директора. Алексей Юрьевич, мы сегодня ходили по площадке и увидели, что рабочие занимаются плотницкими делами. Они пилят доски. Что там происходит, собственно говоря? Мы подготавливаемся к бетонированию, изготовлению опалубки. Завезли позавчера арматуру. Делаем арматурный каркас для фундаментов. И параллельно с субботы мы начали прогревать основание в котловане. То есть фактически на сегодняшний день мы уже приступаем к отливке. Да. Параллельно занимаемся, прогреваем основание, контролируем температуру и промерзание грунта, меру его оттаивания. И параллельно занимаемся изготовлением опалубки. А вот я увидел, внутри опалубки из арматуры варят сетка. Сетка, арматурная сетка. Она будет находиться именно там, в теле бетона, да. То есть, получается, автокраном опалубка с сеткой будет уже устанавливаться непосредственно? Устанавливаться непосредственно на место, да. Ну, то есть, фактически, эти работы предвещают установку уже опор в виде металлоконструкций. Да. Уже будет вырисовываться каркас, да, здания. Каждый фундамент состоит из трех частей. И последняя, третья часть, верхняя, она в своем теле содержит, как мы говорили в предыдущих роликах, содержит в себе анкерную группу, на которую садится колонна. Так? А получается, после заливки бетона сразу устанавливаются опоры или же через несколько дней? Нет, она должна достигнуть необходимой прочности, это как минимум там процентов 60-70. А сколько дней это? Дней это около, наверное, 10-14 дней, да.
Ну, насколько я понимаю, то есть установка металлоконструкции не планируется через ближайшие 10 дней. То есть сначала будут установлены отлит весь бетон. Конечно, конечно. Подготовлены все основания. Ну, не весь бетон, а как мы с вами разговаривали, он будет отлит в первой части. Все фундаменты разделены у нас на три этапа. Первый этап с 23 по 16 ось и так далее. Как только мы отольем первый этап вот в этой зоне, тогда приступает к работам Астрон. А сколько будет вот таких фундаментов здесь? Мы сейчас, к сожалению, не положили сюда проект фундаментов. Но их здесь порядка, наверное, я вам скажу, как минимум 50. Да. А поскольку отливок вот этих этого фундамента в день как можно заливать? 10 фундаментов в день точно можно заливать. 10 фундаментов в день. И мы сейчас как раз готовим опалубки на 10 фундаментов. Ну, сегодня на самом деле, прибыв на площадку, мы видим огромное количество работ, которые в разных областях проводятся. То есть кто-то работает с бетоном, кто-то подготавливает опалубку, стоит фура и разгружается. Вот, собственно, можно ли поподробнее, какие работы на сегодняшний день ведутся? Ну, вот сегодня пришли сегодня 3 фуры астроновские. В течение этой недели они завезут сюда еще 10 фур машин. Сейчас вот вопрос решаем о размещении этих металлоконструкций. Они вот здесь начали размещаться здесь. Где-то вправо, влево. Такой текущий вопрос. Параллельно у нас люди занимаются наружным освещением. Как вы видели, это уже фонари стоят у нас, прожектора. Теперь мы их расключаем. И сегодня контрольный пуск. В принципе, наверное, уже и сейчас можно что-то будет зажечь. Но это днем плохо видно будет. А в вечернее время до какого часа будет вестись работы? Мы работаем до 19. До 19? Да. Отлично. Ну, если удастся, то постараемся запечатлеть, так сказать, первый пуск. Мы можем пробный пуск в вечернее время. Так, ну а сложности какие-нибудь есть? Те сложности, которые бы оттягивали время, так скажем, под возведение этого фундамента или же установка опор? Ну, я имею в виду, как вот погода, допустим, была минус 20 градусов. Было тяжело, да, на самом деле было тяжело. Но сейчас нам погода вроде помогает. Стараемся держаться графика нашего. Стараемся нашего графика держаться. Сильных сложностей пока не видно. Ну, как обычно бывает, в строительстве они нападают неожиданно. Неожиданно, да, совершенно верно. Ну, насколько я понимаю, объем работы понятен. Остается только пожелать всем нам успеха. Да. И предлагаю вернуться к выполнению непосредственно прямых задач. Прямых задач, совершенно верно. Большое. Ну а на этом, уважаемые зрители, видеоролик подходит к своему логическому завершению. Я надеюсь, что в этом видео мы с Артуром Анатольевичем смогли показать вам огромное количество рабочих процессов, которые сейчас выполняются. И я думаю, что это еще не конец. Да, мы в следующих роликах вам покажем, как будет производиться установка опалубки непосредственно уже там, где она должна будет находиться. Покажем, как будет заливаться бетон, как будут устанавливаться металлоконструкции. Ну и, в принципе, впереди еще много интересных строительных работ. Поэтому внимательно следите за социальными сетями, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать колокольчик, потому что, несмотря на суровые климатические условия, мы все равно приезжаем и записываем вам видео, борясь с ветром. А это сложно для звука. До свидания, всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч.